Всем большой привет, друзья, Бролкрас с вами на связи, мы вернулись, праздники позади, мы очень сильно по вам скучали, и давайте возобновляться в полном объеме, и сегодня торги, и я предлагаю начать этот год с яркой, классной Mazda CX-5, 17 года выпуска, с аукционной оценкой 4 балла, это бензиновая версия на 2-литровом моторе в максимальной комплектации ProActive. 155 лошадиных сил развивает этот бензиновый мотор, классический автомат, 32 тысячи километров пробег и фирменный маздовский красный цвет. У нас был на обзоре такой цвет, но не CX-5, а CX-3. Ссылка на в правом верхнем углу, можете перейти и посмотреть. Забираем для нашего клиента за 1 миллион 900 тысяч на аукционах на Фукуока. Старт таких машин на аукционах Японии вообще у 2 миллионов рублей. Можешь покупать совершенно спокойно. Это примерно на 1,5 миллиона дешевле, чем леворульный аналог. Второй сегодня экземпляр — это Suzuki Solio. Четверка у него оценка, 19 тысяч километров пробег, 1,2-литровый мотор, гибрид, мягкий гибрид, полный привод и вариатор. Это причем Solio в комплектации Bandit, он имеет намного агрессивнее дизайн, чем обычный Solio. Давайте сейчас посмотрим, есть с вами фотографии именно этого варианта, вы оцените, насколько он имеет агрессивный внешний вид. Посмотрите, какой красавчик агрессивный, прям нравится, честно говоря, очень сильно Solio. Вот такие были торги, друзья, спасибо, что смотрите нас, подписывайтесь, ставите лайки, комментируйте, мы это все ценим, и вам большое спасибо за это. Ну что, начинаем 2022 год, пока еще никто не проснулся, можно урвать хорошие экземпляры по отличной цене, поэтому все контакты будут в описании, кому нужен автомобиль. Но мы с вами совсем скоро услышимся, всем пока-пока.